Нашему вниманию предоставляется передача нашей редакции для детей «Елка в лесу». Это новая постановка нашего радиотеатра. На оккупированной территории во время Великой Отечественной войны организуются партизанские отряды. Фашисты, не щадя сил и средств, стараются расплатиться с защитниками Родины. Они прилагают все усилия для того, чтобы выловить партизан и принять меры по их уничтожению. Тюрьма. Камеры. На полу клочья соломы и ведро с водой. У высокого тюремного окна стоит стол. За столом немецкий офицер, сельский староста. У двери стоит командир партизанского отряда Васильков. Разговор с немцем ведет переводчица Марья Довженко. Это фон Мюллер, к допросу все готово. О, подожду. Березду партизан. Отвечает арестованный вы партизан? Да. О, я, да. Он партизан. Was machen Sie mit Platz von 3 Quadraten? Отвечает арестованный, с кем вы сотрудничали, назовите явки, пароли. Ничего не знаю. Отвечайте. Мне больше не знаю. Отвечайте. Знаю. Да, ты. Олег, ну почему ты не хочешь говорить? Ну что думаешь, они так по-дурному говорят с тобой, как дураки совсем что? Ну скажи. А ты, скотина, вообще молчи! Олег, Олег, ну я же с тобой по-человечески говорю, Олег. Олег, ну мы все знаем, Олег, ну мы все знаем, ну скажи. Придут они с тобой, сволочи, рассчитаются. Олег, ну зачем ты так делаешь? Ну что тут, музей, офицер? Мы тут по-своему. Олег, ну ты чё? Ну сейчас жена придет, дети, ты чё? Плакать будут. Ну ты подумай. Ну я понимаю, что ты такой. Куда ему? Кинзерун фрау! Фрау! Фрау Мария! Загензи фон Ганс! Фрау фон партизан! Зи киндер! Коммен! Коммен хир! Конвой! Видите жену детей арестованного? Папа! Ловочи! Отвечайте, арестованный! Отвечайте, арестованный! Маша! Ты не скажешь, все было нормально! Уведите детей, уведите детей, уведите. А через две недели, поскрипывая только что выпавшим снегом, в село вошли части советской. Да, части советской армии.